Препараты, включенные в список для бесплатного лекарственного обеспечения населения, пройдут строгий процесс отбора. Представителям фармкомпаний необходимо доказать, что их продукция не только эффективная, но и безопасная. Цены на медикаменты сформируют с учетом страхования, затрат на перевозку и маркетинга. Наличие заключения о безопасности и качестве, оценка эффективности, в том числе на основе фармакоэкономического анализа, обязательное наличие в клинических протоколах диагностики и лечения, утвержденных Министерством здравоохранения, наличие в казахстанском национальном лекарственном формуляре, соответственно, наличие государственной регистрации на территории Республики Казахстан.